Ну что, новый день. Продолжаем предыдущую игру. При этом один из человеков несколько отвалился, а именно номады Клаца. Поэтому мы быстренько продолжим на двоих. Тем более, что он был новичком и еще вчера рассуждал на тему того, что что-то сделал не так. В принципе, это уже лучше, чем средняя игра в Master of Orion 2 на двоих. Потому что там обычно, когда встречаешь... О, бластер, круто. Так вот, там обычно, как только ты встречаешь врага, сразу понятно, кто победил, кто проиграл. Смотришь на графики и все. А сейчас, благодаря креативности и огромного количества населения наших космических евреев, чтобы изучить... Пусть будет джаммер. В общем, благодаря этому всему... Благодаря всему этому, о чем я речь-то вел... О, черт, опять все полностью заново делать. Так, пожалуй, все-таки Point Defense мне нужен. В общем, о чем я речь веду? О том, что обычно все сразу понятно, кто победил, кто проиграл. А здесь нет. Здесь у нас возможны кое-какие расхождения в вероятностях. Так, ну и немножко point defense. Мне тут в голову пришла идея недавно, пока я спал. Мне вообще очень любят по ночам приходить идеи. В общем, если вкратце... А почему все-таки не заспамить его ракетами? Другой вопрос, конечно, что это будут уже не ЕЕЦМ, потому что у него особо нету того говна, которое мешает мне попадать, кроме как на станциях. Но станции мы можем забросать нейтронными бластерами, а потом просто взять на абордаж голенькими, тепленькими. Кажется, я не туда пишу. Пум-пум. Что-то тут не так. А, да нет, дестройер. Ладно, пусть будет вот так. Говно, конечно. Ну ладно, в общем, суть в том, что в принципе, может быть, если их хорошо бронировать, наши ракетки, то что-то может получиться интересное. По крайней мере, моя задача вынести для начала его флот. А потом уже можно заниматься остальными глупостями. Так, 2, 1, ага. Вполне бейзом мы трогать не будем. На этой крысе пусть лучше делается крейсер. Здесь оверсир. Здесь все-таки дестройер быстренько сделается. Так, здесь, пожалуй, нужно построить... Вернее, исследовать концепт дестройера, который бы имел на себе нейтронные бластеры. Battle Quads, нет, спасибо. Enforced Hull, да, спасибо. А, стоп. Battle Scanner. И у меня нету места. Как-то плохо получилось. Ну ладно, лучше, чем никак. И просто-напросто заспамить вражину всем вот этим. Так, на Балтисе уже усиленно строится этот Battleship. Но лучше же построить два крейсера, я думаю. А, черт, тут только один еще будет долго строиться. Ладно, не суть. Мы соберем кулак бронированный. Всех выебем к чертям. Сейчас, я надеюсь, у меня не будет очередного крошача. Ну что ж. Вперед. В прошлый раз крашнулось на самом конце. Вот эти вот краши во время битв — самое противное, что только может быть на свете. Так. Все-таки тяжело воевать с креативными расами. Каждый Battleship за 5. С другой стороны, я, знаете ли, даже как-то один Новый год провел за Master of Orion 2. Ну, не только за этим. Даже не совсем один. Но факт остается... Фух, повезло фактом. Master of Orion
был именно тем, на что ушло больше всего времени. Твою мать! Что-то начинается хуже, чем было. Вот это уже лучше. За всем этим напряжением битвы я я вспомнил просто, как мои толпы замечательных, лучших на свете бэтлшипов не могли противостоять в 5 раз большим толпам совершенно не таких хороших бэтлшипов. При этом враг просто умудрился строить мне партизанщину. Эти мерзкие космические евреи того розлива просто-напросто разъебали мне большую часть планет, и поэтому мне не хватило денег поддерживать мой замечательный флот самых лучших на свете кораблей. Такая вот грустная история. Я надеюсь, мне сейчас не ебанет. Блядь! Варп-драйв. Но он, разумеется, ебанул просто вот по закону подлости. О чем бишь я вел речь? О том, что, в общем, на каждую хитрую гайку, на каждую хитрую резьбу найдется своя хитрая проблема, которая очень легко эту самую проблему решит. Резьбу раздолбает, и все будет очень-очень плохо. Впрочем, это можно было понять и так. Все всегда будет плохо. Ну, надеюсь, этот скаут ничего не сделает. Максимум он подлетит и нарвется. Да, он решил не лететь сразу сильно. Хе-хе. Так, хорошо, что это скаут. А вот это уже плохо. Этот скаут с 2 фьюжн-бимами может что-то сделать плохое. К счастью, он не взорвал мне фрегат. Ой-ё! Кажется, он построил новый. Твою налево, блядь! Построил новый корабль специально против орд-фрегатов. И пока что он показывает себя просто отлично. Ну, ёб твою. Все, боюсь, тут не доживу я до следующего хода. Да, получилось несколько хуже, чем я планировал. Надеюсь, хотя бы скаутов уебу, как в прошлый раз. Твою! Фух, хотя бы ракеты на месте. Что-то здесь не так. Совсем не так. Очень плохо все. Только не взорвись. Дай мне хотя бы один раз влепить прямо в рожу врагу ракетами. Давай, промахнись, мерзкий вражеский дестройер. Приехали. Да, эти подрывы варп-драйвов. О, один все-таки может что-то сделать. Ну-ка. Так, этот куда летит? Гремлина один. Этот скаута. Вряд ли, кстати, долетит. Но надежда умирает последней. В общем, сначала... А черт, какого хера она сразу не попала? Неужели там... Какой-то ЕЦМ? Нет. Нет никакого ЕЦМа. Я даже не знаю, делать ли самоподрыв. Или это несерьезно. Нет, лучше не делать. Пусть он сам меня подорвет. Я не понимаю, куда делись ракеты. Вот, давай. Промахнись, промахнулся. Сейчас ракета влетит куда надо. По крайней мере, скауты... умерли. А вот что дальше? Да. Надеюсь, мои транспортные корабли... По крайней мере, не было крышача. Везде есть свои плюсы. Так, нет, нам тут вот пост не нужен. Да, транспортные корабли выжили. Это уже хорошо. Где мы будем собираться? Давайте подумаем. Давайте на чё? Так, это что? Скаут. Короче, все корабли собираются на чё. Это займет долгое время. Где-то там был аутпост шип. А, ну вот он и есть.
случае чего. Так как мы очень скоро потеряем вот эти два аутпоста, он поможет нам в атаке. Почему лучше заранее сделать второй? Забавно. В этом Хеллкэте, несмотря на то, что там нету даже бэтл-подов, стоимость больше, чем... Ой, нет, с бэтл-подами будет вообще ужасно. Чем на нейтрон-бластерном. Так, выкупим. На Альдебаране, кстати, отлично строится старбаза. Пожалуй, не будем ей мешать. На Балтисе очень скоро будет крейсер. Тут у нас суперкомпьютер. Поможем ему вот таким вот способом. Где... Ага, на Капелле. Либо еще можно было бы неплохо подобывать еду. А, ну да, это океан, поэтому, в общем, пусть он спокойно. На Элькорна уже не очень нужно. Так, 15 из 18. Рафаэль. Черт, я чувствую, что они будут просто вот разваливаться от одного касания, все мои дестройеры. Но это, в общем, было очевидно с самого начала. Хеллкэты, боюсь, падут первыми, но все-таки некоторое их количество нужно сделать, банально, чтобы стреляли по ним, а не по бластерным хуиткам. А может, вместо старбазы, сколько тут, сразу троицу дестройеров? Да, пожалуй, так. До Альдебарана он все-таки не скоро дотянется. А отсюда ничего не летит? Я забыл, что ли? Ну, отлично. Главное, что вспомнил сейчас. Так, что у нас тут исследуется? Джаммер. Нужен ли он нам на самом деле? Это вопрос. Возможно, лучше сделать движок, чтобы побыстрее подвозить толпы наших смертничков. Нет, лучше сначала джаммер, потом щит третьего класса. Да, как-то так. Посмотрим на графике. Популяция. Как он при этом умудрился держать популяцию одновременно со мной? Саптерн. И все. Наверное, очень хорошие планеты. Окей. Посмотрим на здания. Зданий тоже больше. Ну, креативность такая штука. Флот наш как-то мне не нравится сочетание. Ну, а с техом все понятно. С другой стороны, его график можно делить на 3. Потому что это креативность. Так, ну джаммер автоматом встанет на все старбазы. Гиростабилайзер не нужен. Inertial стабилайзер тоже не нужен, потому что у него слишком хорошие компьютеры, чтобы обращать внимание на такие глупости. Вот ко мне летит уже один одинокий дестройер. Сейчас он все нахер вынесет. Так, ну вот наши новые корабли. Скоро будет крузер на Балтисе. Отлично. Через 6-7 ходов у меня появится еще пара отличных кораблей. Ну, отличных, конечно, настолько, насколько они могут вообще принести хоть какую-то пользу. Пойду чайку сделаю. Так, ну мне убивают аутпост. Это было очевидно. А вот и первый крейсер. Так, что у нас на Зарджане? Ну, пусть строится старбаза. Так, сколько у нас будет строиться новый крейсерок? 6 ходов. Кстати, я на самом деле ожидал, что с первым же ходом на меня полезет огромная куча шпионов. Ну, был такой вариант всегда. И поэтому долго на самом деле, вам просто об этом не говорил, думал, а не устроить ли мне огромную кучу шпионов заранее, чтобы они сидели и никого не трогали. В случае внезапной атаки шпионской. Всех превозмогли. Но получилось так. Так получилось, что креативным расам как-то вот нахер не нужно ничего абсолютно у меня красть. Это очевидно и логично.
С другой стороны, я бы, наверное, мог сам что-нибудь украсть в свою очередь. Но шпионов я в любом случае не сделал, поэтому это все теория. А голая теория, хоть и голая, все равно остается теорией. Так, новые корабли готовятся, готовятся. И если мне повезет, я смогу завалить мясом и шапками. О, черт, вот мне вот не нравится количество возникающих колоний. С другой стороны, все они будут абсолютно бесполезны в ближайшие ходов 50. Так, еще два Рафаэля. Причем достаточно близко к зоне боевых действий. До Забана, похоже, дотягиваются у него только скауты. При этом скаутов я как раз предусмотрительно уебал. Очень удачно. Так, ну что, оверсир через 4. Этендарт через 5. Возможно, я его выкуплю, чтобы он вышел одновременно. Тем более, что он у нас на крысе, а это на солнце. А им как раз, по-моему, одновременно прилетать 22 парсека и 23. Ну да, практически одновременно. Покупать имеет смысл. Так, смогу ли я от Чо долететь до Забана? Да уж, наверное, смогу. 6 парсеков, да. От Забана до Тавы нет, до Этана да. Ну да, значит, Чо, Забан. А, мне нужен еще один аутпост-шип. Пум-пум-пум. Где бы его произвести? Поближе к зоне боевых действий. Старбаза. Да, здесь. Что у меня там исследуется? Антиграф Харнес. Это хорошо. Опять недостаточно людей. А вот на Капелле мы... Ну, вот так сразу стало хорошо. Ну, в принципе, да, все как и должно быть. Он не летит уебывать мой флот, это меня радует. Так, сколько у меня, собственно, кораблей? 9 дестройеров, 1 крейсер. Мне несколько боязно атаковать без поддержки батлшипа и крейсеров. Тем более, что я готов спорить, что он сейчас усиленно укрепляется. Но, похоже, через 3 хода, когда все долетят до Чо, это понадобится сделать, потому что каждая секунда, которую мы тратим на мир, дружбу и жвачку, в конце концов, выйдет нам боком. А где, кстати, крейсер? Я помню, у меня один был. Ага, вот он. Он, наверное, помрет первым. Слишком толстая цель. Так, ну вот щит. Где-то построились аж ресерч базы. Через 2 хода начнется атака. Через ход будет готов оверсир. Так, стоп. А что это у нас за лишние 3 еды? А этот гитар я не могу выкупить. Ага, вот тут. Старбаза, это, конечно, хорошо. Но, может, лучше построить... Хотя, стоп, 2 хода. Они не успеют. Пусть лучше строится старбаза, потом будем давить бэтлшипами. На самом деле, моя маленькая мечта — это захватить хотя бы один из его кораблей, разобрать потом на запчасти. У меня сразу появится, как минимум, его броня. Там Зортриум, кажется. А еще лучше компьютерное видение. А еще лучше и то, и другое сразу. Тогда живые позавидуют мертвым. Так, тем временем я продолжаю развиваться. Это приятно, хоть и неожиданно. Надо бы на одной из этих планеток, пожалуй, устроить хаусинг. Скажем, на этой. Все понимаю, суперкомпьютер. Да, это хорошо.
Но лучше пусть она производит мне огромную кучу населения. Так, ель. Trade goods это, конечно, хорошо, но недостаточно хорошо. На солнечной системе готов первый оверсир. Сколько он будет лететь? Пусть лучше летит к Эльдебарану. Там его в случае чего рефитнем. Ну, через ход наша армада полетит и, наверное, опять насосется. О, вот и крейсер на крысе. Пусть будет еще крейсер. Я делаю все эти ПД против файтер баз и миссил баз, которые я явно видел на этой планетке. Значит, они будут как минимум на всех остальных. Так, транспорты пойдут уже потом. В случае чего я всегда успею их перекинуть. Перекатить практически. Очередная система продолжает развиваться. На фоне межгалактической войны это, конечно, несколько странно. Но кто мы такие, чтобы сопротивляться таким хорошим вещам? Так, Хевель. Ну, хаусинг, чё? Балтис. Ну, не знаю, пусть будет. Фрайтер Флит. Мне кажется, он в ближайшее время может пригодиться. Опять не хватает жратвы. Откуда бы ее перекинуть? Явно не тундра. Ой. 15 всего. Ой, нет, это большая разница, я на нее не готов пойти. Ну вот на это я готов пойти. Опа! Весь флот здесь! Я надеюсь. Он не успеет вернуться. Очень на это надеюсь. Надо бы послать что-нибудь. Жаль, мне кажется, нечего уебывать Долс. Ну, пусть будет один. В случае чего, в конце концов, просто разбомбим несчастную планетку, если не получится ее захватить. Ну что ж, это уже интереснее. Мне кажется, появляется шанс закончить это в ближайшее время. Ну, конечно, я понимаю, что разнести одну несчастную колонию – это не победа. Но это неплохо покажет, кто здесь в галактике хозяин. Ну, очевидно, мой отпост разнесли. Но это же только начало. Надеюсь, у него там еще не супер продвинутые движки. Так, наели автоматик фабрика, выкупаем. Что следующее? Ну, даже и не знаю, старбаза. Пусть немножко поднакопим, а там решим. У меня появилась куча новой еды, и это говорит об одном. Куча людей понарожалась. Даже на Зарджане. Ладно, обойдемся. Едем дальше. Так, через ход я прибываю, и еще хода через три, наверное, долечу до Оттавы. Не уверен, будет ли это быстрее, чем креативная раса катается по космосу. В конце концов, у меня всего лишь какие движки? Забыл какие, наверное, фьюжн. Ионные бы мне не помешали. Ладно, переживу. А может вместо щита делать Iridium Field Cells? Даже и не знаю. По крайней мере, я буду лететь дальше. Но стоит ли оно того? Лучше, наверное, все-таки щит. Третий класс, конечно. Третий класс не брак. Ну что, начинаем нашу маленькую атаку. О! У нас потерялся даже контакт на некоторое время. Ну-ка. Что у нас тут происходит? Альдебаране заготовилась старбаза. Начнем делать крейсер. Транспорт шип не спас. Твою нахуй налево. Блять. Вот соснули, так соснули. Ну, пойду теребиться
огородами. Нет, ну вот что за идиотская механика? С другой стороны, возможно. Возможно. Нет, тут точно не накопилось вообще ничего. Я думал, может, там набралось достаточное количество продакшна, чтобы быстренько всех переделать в корабли со щитами. Но это явно не похоже на правду. Ладно, атака сорвалась. Даже без конфронтации. По крайней мере, у меня есть теперь щит. Ну, идем к броне. На Балтисе сготовился оверсир. Жаль. Ой-ё. Щит занимает кучу места. Вот сюрприз так сюрприз. Пусть будет 9 нейтронных бластеров, да. Нормально. Так, крузер. Как-то вот так. Ой, черт, не хватило. Ладно, пусть будет так. А на дестроерах... Я даже не уверен, что щит нужно делать. Нет, лучше все-таки сделать. Так, ну что, Балтис, давай мне еще один, пожалуйста, батлшип. Тут явно собирается атака. Так, Балтис, собственно, сначала мне... Рефитни, пожалуйста, оверсира. Сколько это? 2 хода? Долго? Ну ладно уж. Альдебаран прилетел оверсир. Сейчас мы его очень быстро рефитнем. Хм, 2 хода? Ладно уж. А Дауфине... Кстати, где он? Это рядом. Да, Дауфин довольно близко. Может быть... понаделать еще огромную кучу дестроеров. Нет, лучше старбаза. Она дает мне это приятное чувство, возникающее, когда... когда, в общем, есть возможность поддержать больше кораблей и хоть какая-то защита тоже на месте. Ладно уж. Оп, готов аутпост. Одинокий скаут раздолбал 4 полка элитных солдат. Интересно, на забане кто-нибудь останется? Так, батлшип. Ну давай, иди соединяйся со всеми на капелле. Интересно, от капеллы мы вообще долетим до забана? Не долетим. Значит, как это будет? Капелла, Чу, забан... Етана, Эридолс и Оттава. А вот постшипов мне уже не хватает. Нужно больше 2. Нужно 3. Где бы его произвести? На Дауфине. Вестима. Ой, что я нажал. Еще один аутпостец. Если уж туда и полетят, то в случае еще просто выкуплю стар... А, нет, туда явно не долетят. Далековато, сэр. Короче, через 3 хода мы снова пойдем вперед. Сбор на Чо. Там забан. Потом, возможно, сразу Оттава, если Етану за это время никто не выпилит. Так, ну, Ель продолжает развиваться. Это не может не радовать. Возможно, через 50 лет именно здесь будет последний очаг сопротивления. Так. Один оверсир рефитнут, второй оверсир рефитнут. На Еле снова дохера. Ну, пусть потихоньку строится старбаза. Ой-ой. Крузер и 5 дестроеров. 3 транспортшипа. Он явно хочет мне куда-то атаковать. Только я пока не знаю куда. Короче, сбор на чё? Ну, у меня тоже неплохой флотец. Ну, то есть, корабли-то у меня, конечно, хуже. Зато их больше.
Давай купим Ковфрайтер Флот, потому что мне это надоело. Блин, капелла не дает достаточно количества еды. Никак. Может, быстренько гидропонной фермой и потом Soil Enrichment? Нет. Fuel Cells и Iridium на это нужно. Так, нет, нет, я не хочу с этим воевать. Но боюсь, меня никто не будет спрашивать. Последний скаут сейчас погибнет смертью храбрых. Или нет, благодаря его... Или да. Конечно, он ходит первым. О, уже целые масс-драйверы. А у них нету проблем с дальностью. Полный дамаг на любое расстояние. Проблема. Оп, оп. Скаут таки погиб. Такова жизнь. И человек создан, чтобы страдать. Как солнце, чтобы светить. Балтис, я даже не знаю. Медленно строй старбазу. Через сколько? Через 3 хода. Учё возникнет веселая компания. Так, на Хивеле, пожалуй, стоит выкупить эту фабрику. Ну, а всё остальное потихоньку идёт вперёд. Как у нас тут интересно население? Так, ну с Техом он явно меня обгоняет. Флот у меня всё-таки больше. По популяции я его тоже обгоняю. Окей. Ёбаное говно. Антарианцы существуют. Я-то думал, мы их отключили. Интересно, что они нам сожгут? Хевель. Медленно строй старбазу, там разберемся. Куда они летят? Ебать-колупать, я не знаю. Медленно строй крузер. Куда? Они летят на Хевель. Причем одинокий фрегат. Что у нас на Хевеле? 2 планетки, обе умрут. Ну, вернее, любая из них умрет. На одной хаусинг. Надо, кстати, распределить население. Хорошо, что внутри... Так, ну я даже и не знаю. Одна из них точно умрет. Но какая? Вот в чем вопрос. Ладно, это не важно. Мы переживем без одной свежей планетки. Вторая быстро построит колонию-базу. Пусть для начала построит старбазу. Где-то не хватает еды. Опять. Пусть будет так. Опять не хватает этих, как их там, фрейтеров. Пусть будет так. Етану... Ебать колупать! Бэтлшип. У меня будут проблемы. На забань. Пока туда хотя бы не прилетели бэтлшипы. Я понимаю, что мне будет не хватать одного крейсера и одного бэтлшипа, но вариантов нет. Этот одинокий бэтлшип не может разнести вообще все. Ну понятно, на Итане. Стоп, я надеюсь, они сейчас не возвращаются. Надеюсь, они все-таки летят куда надо. Я очень на это надеюсь. Да, они еще летят. Радиус досягаемости есть через ход. Остальные корабли тоже туда подлетят. Итого, крузер и кучка дестройеров. По идее, я должен быть способен ее уничтожить. Крузер, бэтлшип и большая кучка дестройеров. Скоро будут Иридиум Fuel Cells, а там и Зор трем. Я думаю, до Нейтрониума все-таки я не доживу. Может, доживу, а может, не доживу. Посмотрим. Мне сейчас лень думать. Так, антарианцы жгут мне планету. Она даже не была уничтожена. Ну ладно, а теперь посмотрим. О, он таки отозвал флот. Если честно, я так и думал. Ладно, зато мы разнесли к чертям. Это вот пост. Какого хера, блядь? Ну вот... Ну вы поняли всю мою фрустрацию. Идиотская система. Ладно, воссоединяемся на капелле.
Или нет, или да. Может ударить в тыл? Хм. Даже и не знаю. Идея интересная. А может сделать все-таки здесь Battleship? На Альдебаране-то. Ну, забану явно конец. У меня есть два аутпоста. Так. Ладно, пусть пока эти сидят на чё, потому что в случае чего до капелла два хода. А вот, пожалуй, на Дауфине мы сделаем очередной постшип. Потому что это уже традиция. Еще раз, антарианцы? Это становится уже не смешно. Все, Зор трём хочу. О! Теперь это АИ. АИ меня не интересует совершенно. Если он не будет бить меня в спину. Так, о, крейсер. Отлично. Стоп, я надеюсь, это правильный крейсер. Тот, в котором щиты имеются. Нет, щитов тут нет. Сразу его со стапелей обратно. На стапеля. Куда летят антарианцы? О, кажется, мне повезло, они не летят не ко мне. Кстати, как поживает наш АИ? Абсолютно в заднице. Ректум. Шитхол. Кадав. Да, я вижу. Это явно был наш человек. Так, ладно, с Иридиум Филд Селсом я смогу долететь сразу до Оттавы. Ну, а это правда из-за забана. Но я все равно это сделаю сразу, напрямую. Надеюсь, по дороге он будет лететь куда-нибудь ко мне. Я могу потерять планету, он нет. Такая вот арифметика. Надеюсь, кстати, антарианцы летят к нему. Так, новый ход, и кажется, ко мне еще никто не летит. Это уже само по себе плюс. Так, ну наели пусть еще одна фабрика. А может все-таки микролит? А может Зортриум? Ну, я думаю, Зортриума мне хватит. Так, ладно, через ход мы сможем опять идти в бой. У меня сколько? Два батлшипа, два крейсера. 9 дестройеров маловато, если честно. Если честно, маловато. О, таки да. Таки антарианцы летели к нему. И кажется, он даже решил посопротивляться. Или нет. Сейчас посмотрим на графиках. У меня есть новый крейсер. На забан летит Battleship. 3 крейсера, блядь, до хера. До Оттавы сколько? Далеко ли до Оттавы? 5 ходов. Ну, всей толпой летим в Оттаву. Так, окей. На крысе. Крейсер пусть летит в Альдебаран. Новые батлшипы строятся. Сейчас мы освободим для них слоты. Готов спорить, что мои дестройеры будут просто разнесены к чертям. Так, ладно. Ну то, что аутпост помер, это было очевидно изначально. Откуда он полетит дальше? Там же было явно несколько... А, один аутпост. На Капелле есть ли старбаза? Боюсь, что нет. Надо... Хотя она никого не спасет. А вот Марин Барак может помочь. По крайней мере, убьет... набегающих. Так, тут старбаза, тут старбаза. Окей. С другой стороны, я даже надеюсь, что он пойдет в атаку. Тогда я смогу спокойно разнести ему к чертям Оттаву. О, тут была колония, больше ее нет. Как поживает популяция? Сильно ли она упала? Не сильно. Вот, у меня все равно больше.
Размер имеет значение. Так, куда летят наши друзья? Наши друзья возвращаются к Оттаве и будут там даже на ход раньше. Это будет серьезный бой, и я боюсь, что уже догадываюсь, кто в нем будет победителем. Ну, кто не рискует, тот как всегда. Так, у нас появилось два новых батлшипа, но, разумеется, они никуда не успеют. Собираются на Альдебаране пусть. Так, у нас уже возникли проблемы со снабжением флота. К счастью, в ближайшее время корабли не планируются. А значит, все будет хорошо. Я тут вспомнил, что наибольший прирост населения происходит именно там, где всего один человек. Впрочем, что-то я вот сейчас смотрю на это. Да, один. Все правильно. Так, ладно. Через два хода произойдет бой. Battleship, три крейсера, пять дестройеров. Надеюсь, по крайней мере, все его замечательные новые достижения еще не внесены в новые корабли. Так, ну, в общем, я явно смогу пережить без вот этого вот одного BC следующий ход. Ой, сюда что-то еще летит. Это что у нас? Еще один Battleship. У меня возникают большие проблемы. Кажется, он уже включил свою лавочку по производству Battleship'ов. Ладно, у меня скоро будет Зортриум, и мои батлшипы будут не сильно отличаться. Ну вот сейчас она начнется. Так, тут файтерский гарнизон. Блять. Пожалуй, я не буду пока воевать. Надеюсь, он нападет на меня. Он решил на меня не нападать? А? Что-то пошло не так. Ладно, через 7 ходов Зортриум. Зортриум очень быстро все рефитнет. Ладно. Как-то это, признаться, было не то, на что я рассчитывал. Да. Так, скоро у меня возникнут проблемы. Проблемы с поддержкой кораблей. Или нет? Ну, не так уж и скоро, если уж на то пошло. Новости, и я надеюсь, это не флюкс. Какое-то говно куда-то летит. Интересно, куда? Похоже, не ко мне. Хоть что-то хорошее. Так, на орбитке висят батлшип и крузак. Еще один батлшип через 3 хода. Через 6 ходов Зортриум. Может, это можно как-нибудь ускорить? Где у нас тут не производятся корабли? Есть такая вообще хоть одна система, планета? Видимо, нет. Так, лишние 2 еды, значит, где-то кто-то уродился. Вот, покупать не будем. Кстати, мы снова в плюсе, несмотря на минус. Звучит хорошо, согласитесь. Так, на Капелле готовы бараки. Если подумать, то это была не такая уж хорошая идея. Его ожидает сюрприз. С другой стороны, он сразу полетит на Капеллу. Наверное. Если за Довеллы у него 3 хода, на Капеллы будет... Но если 2, то я, в общем, успею подлететь. Если нет, то не успею. Такова жизнь. Больше аверсиров, хороших и разных. Вот когда броня приготовится, тогда мы и решим, что производить. Тут уже через 3 хода. Надеюсь, броня к этому моменту будет исследована. Так, на Хвеле готова фабрика. Устроиться с старбазом. Интересно. Успеем ли мы хоть что-то сделать? Сколько-то шансов получается. Разница минимальна. Ладно, пусть будет так. Thank you.
Я забыл где-то переправить крейсер в Battleship. Вот незадача. Зарджан. Успеет ли он Капелли, интересно, до начала битв? Нет, пусть себе там висит. Скоро у меня должна уже быть исследована броня. Уже очень скоро. С Анкомом проблема. На 10? Да, на 10 проблем никаких нет. Насколько это замедлит все? Да почти никак. 10% есть 10%. Да, броня, да. Конечно, это могло быть много лучше. Так, ладно, что мы тогда будем делать? Тут слишком далеко до чего-то хорошего. А тут движки. Движки штука нужная. А тут у нас что? Робомайнерс. Нужная, нужная вещь. Пусть будет так. Куда летят наши друзья? Пока никуда. Так, ладно, быстро меняем всем броню на зортриумную. А может тут уже? Да, уже везде. Так, окей. Быстро начинаем переделывать. Сколько будет рефититься, интересно? Один... О, черт, нет старбазы. Ладно, все на Альдебаран. В случае чего потеряем Капеллу. Зарджан. На этом через 7 ходов новый батлшип. А вот тут мы и рефитнем Этендарт. Этендарт с Зортриумом. 3 хода? Столько броню новую навесить? Как-то дохера. Так, ну сначала рефитнем Аверсирчик. Раз. 5 ходов рефитить. Всего лишь на новую броню. Да, друзья, это много. Ладно, я готов потерять Капеллу. Тут уж ничего не поделаешь. Тут версия через 7. Сколько ж этих любителей пожрать? Черт, все-таки мне явно нужна еда в ближайшее время. Может, все-таки тогда гидропипонные фермы? Да, думаю, стоит. Ну, надеюсь, он не летит мне на Капеллу. Да, о, твою мать. Кажется, опять летят антаранцы. Ну, вот и Soil Enrichment. Он нам немножко поможет. На Зарджане приготовился крейсер. Отрефитился, точнее. На Еле приготовилась старбаза. Пусть себе строится вот это говно. Либо ко мне никто не летит, летят все обратно. О, блять, Элькорна. Тут у меня нету вообще никакой защиты. С другой стороны, есть много скопленный. Так, 2 фрегата. Что бы такое построить на Элькорне? Они же не разбомбят 13 человек, правда? Так, что за ракеты у нас стоят на вот этой хуйне? Смогут ли ЕСМ раздолбать антаранский фрегат? Вряд ли. Давайте попробуем. Ой, не то. Так, на всех остальных быстренько строим гидропонные фермы. Это, конечно, просадит нам всю экономику. Ну, в общем, придется это пережить. Капель ничего. На Еле будет очень много гидропонных ферм. Освободить население.
Так, ну я думаю, для начала хватит. Нет, пусть будет тут. И, пожалуй, на крысе. Так, ладно, я думаю, для начала этого должно хватить. Черт вам, таранцы, как же они меня достали. Короче, сбор около Альдебарана. Как у нас, кстати, поживает тут рефитство. Надо бы еще крейсерок рефитнуть. Смогу ли я долететь сразу до Оттавы? Нет, до Этаны да. Ну, значит, сразу до Этаны и полечу. Так, с едой сразу проблемы кончились, зато начались проблемы с едой. Тьфу, с деньгами зато начались проблемы. Откуда бы поснимать? Ага. Так, на Альдебаране, пожалуй, ну вот, тоже разницы мало. А вот так. Пусть хоть перед смертью поизучают. Черт, у меня возникают легкие проблемы. 4 батлшипа, 2 крейсера, куча дестройеров. Через 2 хода, наверное, пойду... А, нет, через один ход пойду в атаку. Так, нужна ли мне на самом деле Soil Enrichment? Может, мне лучше что-нибудь поинтереснее изучить? Скажем... Благодаря Gravitation Beam я смогу засунуть больше нейтронных бластеров. Благодаря движкам я смогу быстрее летать. Да, оно того стоит. Ну? Чего? А, голландцы ебошат какого-то угря. Ну, это займет некоторое время. О, у меня новый батлшип. Интересно, он... Ага, да, он, значит, новый. Раз его нельзя рефитить. А, стоп, это вообще другое место. Зортрем, значит, все окей. Так. На Элькорна, может, я смогу сейчас быстренько произвести еще один Хелкат. Смогу. Ладно, полетели. Чувствую, насосусь еще. Страшно. Пойду-ка проверю, всех ли Зортрем. А я даже не могу. Что? На одном из них титаниумный армор. Отбой полету. Как я мог такое пропустить? У них тут у всех? А, это, видимо, наши друзья из Капеллы. Ладно, быстренько их всех перевооружим. По крайней мере, капитал-шипы. Два батлшипа могли сейчас полететь, если бы я не проверил с титаниумным армором. Вот бы незадача получилась. Так, Зортрем. О, два крейсера. Заодно исследуется нам... Ой, я пошутил. Заодно исследуется... Как там ее? Движки, короче. Так, четыре хода. На четыре хода... Все замедляется. Я не понял. А, ну да, все правильно. Ну, сейчас посмотрим, что произойдет на Элькорна. Интересно. Смогут ли они вообще хоть что-то сделать? Хотя бы один корабль повредить. Кажется, нет. Странно, я ведь видел, как ракеты еще летели. Так. Ну, по крайней мере, Элькорна жив. А, еще это освободило сейчас кучу еды. Ну, ладно, не так уж и... Так, а куда это они? На чё?
Причем без аутпост-шипа. Странные какие-то. Сколько у нас батлшипов? 4. Мало. А сюда сколько? 2 и 4 крейсера. Но скоро у нас будет больше батлшипов. Так. Так, и, пожалуй, вот так. И на ускоренных движках мы полетим прямо к славе. Так, ну, рефитнут овершип. Оверсир, то есть впереди еще 2. Я думаю, они меня видят. Значит, видят размер моего флота. Ну ладно уж, мне не так уж и жалко. О, а что это у нас на капелле вместо производства еды какой-то херней занимается? Можно еще одного перевести. Ну, я не очень понимаю, почему у нас солнечные системки. Все-таки там могло быть что-нибудь более полезное. Так, ну, короче, мы уже сидим на игле налогов. Это плохо. Ладно, через 2 хода. Через 2 хода можно будет все-таки атаковать. О, новый батлшип. Это хорошо. Через 2, значит, хода, говорите. Сколько у нас? Короче, через 2 хода, да. Нужно на какой-нибудь планетке, наверное, будет делать трейд-гуды, чтобы пережить всю вот эту напряженную ситуацию. О, скоро на Зарджане будет еще один батлшип. Короче, Оттава, скоро мы идем. Так, несмотря на Варлорда, у нас возникли проблемы с поддержкой всего этого говна. А куда это вы собрались, друзья, на чё? Так, 5 батлшипов, 4 крейсера, кучка дестроеров. Сразу до Оттавы они не долетят, но это можно пережить. Так, ладно, посмотрим. Да, это очень полезный мне сейчас герой. Так. Аверсиры, пожалуйста. Ну, сначала слетаем на чё. 6 батлшипов должны более-менее объяснить, кто здесь кто. Еды много. Окей. Нет, это не стоит того. Вот это, может быть, немножко стоит. А может, стоит подождать? Да, один ход подожду, потому что у меня движки сейчас будут готовы. А вот и движки. Так. Я даже не знаю, куда дальше идти. Ладно, пусть пойду сюда. Так, ну что, 2 хода до чё. Потом полетим на Етану. Надеюсь, флот будет его на чё, и я смогу его уничтожить. Так, ну-ка, посмотрим-ка, что у нас там интересненького. Черт, они летят ко мне. Да. Доуфим сейчас соснет. Из последних сил построим. О, стоп, а че я, собственно, выпендриваюсь? Просто надо эвакуировать население. Что у нас ближайшее к Доуфиму? Балтис, Алдебаран и Хивель. На Балтисе мест нет. На Альдебаране мест должно быть дохера, да. Да и на Хивеле. Полетят, короче, на Хивель. Не, я понимаю, что за это время придется людям неплохо поголодать. Ну, такова жизнь. При этом... А, они же, наверное, что-нибудь захватят.
Ладно уж. Ну, а я в ответ полечу вышибать ему планеты. Он их не может потерять. А, черт! Надо было продать побольше всего. Я забыл продать чертовы здания. Где там гнолам все еще ебется с ужом? Что, ему планету какую-то засосал? Ну, в общем, я тут выебал на чё аутпост, а он мне нападает на Дофим. Да, друзья. С другой стороны... Нет, это все-таки не херовый флот. И щит уже хороший. С другой стороны, эти масс-драйвера, по крайней мере, с такого расстояния, мне и пробить-то ничего не могут. Титаниум армор. У него... А, три таниум. Ну, не суть. Сейчас мы будем их потихоньку уебывать. Да, как-то не очень серьезно получилось. Сейчас подлетят поближе и получат. Не понял хитрого маневра. С другой стороны, должно быть мне несложно уничтожать его планеты сейчас будет. Потому что у меня нейтронные бластеры просто раздолбал. Надеюсь, нейтронные бластеры справятся с щитом какого-то там класса. Третьего или пятого. Раздолбал, взял на абордаж. А, понятно теперь, куда он улетает. Point defense на нем. Забавно. С другой стороны, он теперь видит, что у меня зор трем. И будет подготовлен. Если, конечно, это возможно. Хе-хе. Шо, не попадаешь по меркулиткам? Велкопоповецкий козел. Черт, как все медленно, а? Надеюсь, он на автобое все делает. Нет, боюсь, не на автобое. Сейчас какой-нибудь крошач, наверное, будет по дороге. Девять масс-драйверов, один хэви масс-драйвер, шесть point defense масс-драйверов. Так, ну все. У моей звездной базы начинается тяжелая ночь. Смогу ли я сейчас вообще хоть кого-нибудь задеть? Все, короче, автобой. Надеюсь, он догадывается тоже нажать на автобой. Ну, догадайся, почему все так медленно? Лучше бы, конечно... О! Не. Так неинтересно. Лучше бы он, конечно, встретил мой флот в честном бою. Мы бы посмотрели, чью кунг-фу сильнее. Но сейчас, кажется, будет уничтожение вражеских планет на скорость. С учетом того, что у меня с собой два аутпоста шипа. Я могу это сделать. С другой стороны, у него на базах куча всякой... Всяких там гарнизонов, ракетных баз. Надеюсь, мне хватит point defense. Тем более, что броня у него, кажется, все-таки везде всего лишь тританиум. Ну, быстрее. Почему все так медленно? Хорошую планету он же меня сейчас раздолбает. Одна из кузнец. Ну, блин, как же медленно. С другой стороны, судя по тому, как медленно он убивает даже старбазу, с бэтлшипом у него будут еще большие проблемы. Интересно, у него уже были суперкомпьютеры? Опа, один даже свалил. Смешно. Наверное, это все-таки автобой с его стороны тоже. Давайте быстрее.
Ну почему они стреляют по ракетам? Это определенно автобой, потому что такие глупости нормальные люди не совершают. Ну все, захватили мне базу. Кстати, не такой уж большой у нас разница в бонусах наземных отрядов. Если у меня тут есть какая-нибудь милиция, с другой стороны, она, наверное, просто разбомбит планету к чертям. Нет, не зря же он брал транспорты. Возможно, мы сейчас полюбуемся на наземный бой. Пауэрсьюты. Я совсем забыл об этом. Так, строим аутпост. И летим. А вот того мы еще не долетаем. Ладно, летим в Етану. Так, что у меня, собственно, за проблемы-то возникли? Сейчас на Соли из Арджани будет по кораблю. Надо бы их где-нибудь на Эльдебаране, наверное. Проблемы с фрайтерами, потому что они вывозят людей. Где там, говорите, голод? На Балтисе, самый серьезный. На Балтисе, как у нас тут прирост? Балтис Прайм или какой? Да, нехеровый тут голодок. Ладно, придется им затянуть пояса. А чего мы, собственно, ждем? Ага. Так. Так. А почему есть еще транспорты? Что, их обратно загрузил? Тут сколько до Эльдебарана лететь? 5 ходов? Скорее всего, следующая атака будет как раз в сторону Эльдебарана. Сколько у меня с собой отпуск шипов? 2. Возможно, я все-таки смогу нанести серьезный урон. Так, пусть, скажем, Зарджан, все равно вряд ли ему что-то уже удастся серьезно сделать. Производит трейд-гуды. Ты тоже. Ладно, налоги так налоги. Сейчас Балтис соснет. Даже и не знаю, что с этим сделать. Так, ну тут явно ничего мы сделать не можем. Хотя... Ну, пусть хоть так. Так, что-нибудь продать нужно подороже. Суперкомпьютер продадим. А тут у нас что? Через 5 ходов будет целый батлшип. Ну, это будет через 5 ходов. Может, сейчас один крейсер сможет что-то всерьез ответить. Продадим суперкомпьютер. Так, нужно расселение опять. С Балтиса на Эльдебаран. 2 хода, это нормально. Ой-ой, что я сделал? Что-то я странное сделал. Ладно. Ну и отсюда. Так, ну все, забили мальный баран. Куда еще можно людей отослать? Назар Джан. Интересно, они едят в полете? Надеюсь, нет. Так, на этом заржание места. Ну ладно, хоть как, хоть немножко. Ну, давай, разнеси мне к чертям все. Быстрее бы я наконец добрался до его старбаса и прочего. Да, 3 батлшипа, 6 крейсеров. Я не понял, он что, не атаковал? Хо-хо. Смешно.
Да, висят на Балтисе. Пусть будет, скажем, Hellcat. А на этом Балтисе у нас что-нибудь вообще можно ли произвести? Нет, пожалуй, купать я не буду, потому что денег и так мало. Так, где у нас там голод? О, да, голод повсюду. Ладно, скоро освободятся у нас фрейтеры. А я скоро пойду наконец в атаку. Чё-то я как-то тормозил с этим. Так, ну ладно. На одну планетку он наконец-то набегает. Раздолбать бы хоть что-нибудь в ответку. Ну, чего ждем? Сканирует, наверное, мне корабли. Ну давай уже наконец, а? Фиг ли так медленно? Нажимай на автобой. Кажется, нажал. Так, задача минимум. Раздолбать один дестройер. Задача максимум. Раздолбать два дестройера. Давай вперед. Да, такими темпами это займет некоторое время. С другой стороны, щиты держат его масс-драйверы тоже. Если бы у меня тут был нормальный флот. С другой стороны, если бы я бегал за его флотом, никакой бы выгоды я от этого, наверное, не получил. А вы сейчас мне раздолбают все-таки дестройер. Или нет? Ну давай, вперед. Покажи тут, кто хозяин. Упс, промах. Опа, сбил все ракеты, что ли? Несмотря на Heavy Armored. Вот незадача. Ладно, вперед. Я верю в тебя. Ты силен. О, я его даже поцарапал. О, блин, тут до меня дошло. А если мне его крипледнут, потом захватят и разберут на запчасти. Это будет большой облом. Кажется, до него это тоже дошло. И он отменил автобой. Или нет? Видимо, это все еще автобой. И это хорошо. Ну, чё? А, нет, это все-таки не мой ход еще. Ничего, ждем, а? Так, стоп, а что это там по 300? А, ну да, логично. У меня 200 на 600, у него 300 на 300. Потому что у него и Heavy Armor, и Reinforced Hull. Но Тританиум. А у меня Зортрил, но зато только Reinforced Hull. Окей, кажется, моему крейсеру начинается плохо себя чувствовать. Попади. Попал. Хорошо. О, даже ракеты туда уже летят. Сейчас их, наверное, конечно, все пошибает. Ну вот, началось. Ну, все-таки как медленно идут такие односторонние битвы. О! Возможно, одна ракета даже долетит. Я, если честно, не рассчитывал. Ну... Чего ждем? Угу. А до моего ответного удара еще как минимум хода 2. А он уже разнес мне одну планету, вернее захватил. Сейчас он захватит вторую. Надо было строить маринские бараки, до меня внезапно дошло. С другой стороны, должны же у него когда-нибудь люди закончиться. О, это уже интересней. Почему так слабо? Да, надо было ничего не строить, потому что этот автобой такой долгий, что я умудряюсь уже соскучиться. О, фига. Ты что, автоматом по нему выстрелила? Даже не знал, что такое возможно.
Кстати, получается, что попытки захвата будут абсолютно бесполезны, если у него там силы самообороны заполнены все пауэр-арморами. Да, это очень грустно. Ну давай уже быстрей. Ну чего же ты ждешь, медленный автобой? Может пропустить это? Не записывать? Даже и не знаю. О, это уже пошла сильная атака. Я, наверное, сейчас увижу его уже крепленным. Если, конечно, вообще доживет до моего хода. Нет, не доживет. Давайте, раздалбывайте базу. Где тут наш подранок? Лови. По крайней мере, я успел раздолбать ему армор. Серьезное, конечно, достижение. Если сейчас будет крошач... О! Кажется, Power Armor не считается на абордажных действиях, только на планетарных атаках. Это радует. С другой стороны, я бы предпочел, чтобы мне уже захватили эту несчастную базу. И все бы уже закончилось. Ну, наконец-то. Нет, видимо, все-таки считается. Потому что это слишком было просто. Ну, все. Все, я надеюсь. Мы просто грузимся. Мы не повисли. Мы не крашнулись. Ага, он разбомбил мне планету. Но, к сожалению, не до конца. Увы, не перестарался. Ну, я раздолбал ему аутпост. Конечно, это мало серьезно. Но хоть что-то. Так, ну что? У нас все голодают, но это нормально. Да, он таки не смог захватить эту планетку, потому что там был всего один человек, а он ее немножко побомбил. То-то смеху было. Ну что, Оттава, я иду. Интересно, сколько тут и тут планет в каждой. Как там производятся наши бэтлшипы? Мне уже, если честно, просто лень все это контролить. О, фрайтеры более-менее освободились. Голод должен закончиться. Посмотрим, как поживает наш тех. Да, он впереди. Флот. Хм. Что он что-то потерял? А, это те, видимо, корабли, которые были израсходованы. По населению все еще впереди. Все не так плохо, как могло бы было быть. Сколько тебе лететь? 2 хода. Он пока будет разбираться с Балтисом. Ой, куда это летят наши антарианцы? О, все, он летит на Альдебаран. И причем прилетит быстрее, чем туда прилетит что-то еще. Сколько до бэтлшипа? 2 хода. Черт. И нельзя даже выкупить. Не хватает 118 БЦ. Может, я сейчас быстренько что-нибудь продам, и у меня хватит 118 БЦ. Что у нас тут есть? Сколько? 30. Сколько? 30. Сколько? 30. Да, пожалуй, я напродаю, чтобы у меня было 2 батлшипа. Research Lab. Housing. Фабрику. Да, фабрику. Так, сколько мне не хватает? 88. Что-нибудь на Элькорна продадим? Не туда нажал. Так. Нет, одного суперкомпьютера мало. А тут ничего, кроме Research Lab, и нету. Придется его строить заново. И очень медленно. Но зато у меня тут будет 2 батлшипа. Ведь будет, ведь правильно, 58. Надо еще где-нибудь что-нибудь продать. А продам-ка я тут уже суперкомпьютер. Построю его просто заново. Много времени это не займет. Ага, ну вот. Ну а вот вы поизучайте заодно что-нибудь. Что у нас там изучается? Гравитон бим. Я не уверен, что он нужен мне именно сейчас. Что изучить вместо этого? Все остальное не очень нужно.
Ладно, пусть будет Graviton Beam. Так, ладно, все, вперед. Сейчас будет две большие битвы. У меня тут целых два батлши. Не понял, их должно было быть два. Я же его выкупал. Я надеюсь, это было на Эльдобаране, иначе я очень сильно соснул. Почему у меня там всего один батлшип? Там же был какой-то еще корабль. Да. Ладно, проехали. Ну давай, нажимай на автобой, фиг ли ты там сканируешь. Нажал. Видимо, нажал. Или нет, потому что как-то это медленно очень происходит. Но надеюсь, один батлшип все-таки сможет уничтожить один дестройер. Ну что ж, будем посмотреть. Интересно, вам сейчас так же скучно на это смотреть, как и мне? Да, это серьезная заявка на лидерство. Все вот эти выстрелы с такого расстояния. Если бы тут было всего три его батлшипа и один мой, мой бы все равно соснул. Но это все равно было бы несколько посерьезнее. Так, с поддержкой крейсеров это даже не очень смешно. Что-то там за интересные модификации стоят на масс-драйверах, что они так рьяно пилят мне с такого расстояния все. А, ну, как минимум армор пирсинг. Угу, и автофайр. У меня такого, увы, нет. Не хватило силы ни на что. Ну, я надеюсь, я все-таки раздолбаю этот несчастный дестройер. Да, я совсем забыл про то, что у него на всем будет стоять армор пирсинг. Значит, что по сути у меня всего лишь 600 брони. Точнее, структуры. Точнее, хула, не структуры. Ну да, структура и хул тут, похоже, одно и то же, но, в общем, по количеству брони наши батлшипы равны. У меня нейтронные бластеры, у него масс-драйверы, но зато с автофайером и армор-пирсингом. Так как новых кораблей будет уже явно недостаточно, посмотрим, чего тут хватит, чего нет. А, я забыл население перевести твою налево. Да, это вот была уже ошибка. Если он сейчас что-нибудь захватит. Маринбарак, я, кажется, забыл там построить. В любом случае, их нужно было бы строить давным-давно. Чтобы сейчас был хоть какой-то эффект. Ну, быстрее. Ну, чего ты ждешь? Я бы, на самом деле, прекратил записи, альтабнулся на время его хода, но... Я боюсь, что Мо от этого нахер развалится. Все-таки хорошо, что я изучил щит. Он немножко помогает. Если один мой корабль способен содержать... это он прокит стрелял. Странно. У него был один хэви масс драйвер, он им не выстрелил. Что за гуманизм? Ну, вот этот батлшип явно гуманизмом не страдает. Долбит мне базу. О, М-мобайл. Надо выстрелить и совершить самоубийство. Потому что иначе меня возьмут на абордаж, и это будет проеб Зортриума. А, собственно, что я вообще выпендриваюсь? Тут все равно понятно, что произойдет. Лучше это дело ускорить. Надеюсь, ничего не сильно повисло. Вот сейчас я буду ебать Оттаву, наконец-то. Ваш блицкриг, Мойша, не удался. Да, он захватил Эльдобаран. Ну, для начала я проверю свои силы на вот такой планетке.
странно. У меня автобой как-то быстрее происходит. Ну, 5. О, там уже интерсепторы, не файтеры даже. Это серьезно. Впрочем, мои кораблики способны с ними справиться. Не зря я ставил столько point defense. А на самом деле, похоже, даже и зря. Они как-то не очень нужны. По крайней мере, повреждения планете наносятся. Там случаем нет ли какого-то щита? А отменить автобой, я передумал. Алло, я не желаю. Я пошутил. Так, ну по крайней мере. Это еще что? Что за наркоманский автобой? Надеюсь, они не успеют улететь далеко. Нет, вроде тут нет никаких щитов. Ладно, короче, раздолбаем так. Эти интерсепторы раздолбали мне целый корабль. Говно, конечно, вместо корабля у меня там было. Все равно как-то неприятно. Все, что ли? Мне показалось или по мне отразился? Так, я, наверное, ненароком раздолбал тут все население. Нет, что-то осталось. Invasion. По крайней мере, у меня теперь есть тут передовая база. Так, Альдебаран. Ну, в принципе, да. Нет, только нужно сюда кого-нибудь послать, чтобы не разнеслась к чертям, пожалуй, Солнечной системы в Оттаву. Будет лететь очень-очень долго. Так, отлично. Продолжим. Смогу ли я долететь отсюда до Тель-Авива? Да, смогу. Уничтожать Оттаву или в Тель-Авив? Я думаю, в Тель-Авив. Как у нас тут с населением. Он за счет моих поднялся, я за счет своих опустился, но все равно. Естественно, черт, вот чуть-чуть. А может, он унесет свои войска, потому что ему вообще-то нужно в атаку. И мой батлшип, по крайней мере, разбомбит к чертям Альдебаран. Было бы неплохо. Сколько у меня осталось тут транспортников? Один. Ладно уж. У меня еще много-много аверсиров. А, фиг с ним. Просто пусть разносит мне все, что находит. Я все равно сделаю это быстрее против его планет. Так, похоже, он с Альдебарана улетать не стал. Окей. Сейчас разнесет мне батлшип. Ну давай, быстрее. А может, я, кстати, успею отступить. Не понял, что он, собственно... А, ну да. На карте мне показалось, что это не батлшип, а вообще планета. Потому что он большой. Сейчас я им просто отступлю. И ищи меня в чистом поле. А потом я опять полечу на Альдебаран. Хе-хе. Если, конечно, я успею улететь. Что-то как-то они очень резво принялись по мне стрелять. Да нет, вроде пока успеваю. Хе-хе, геноцид против евреев — это что-то необычное, если вы понимаете, о чем я. Ну-ка, что это у нас? Один батлшип, видимо, откуда-то с Феникса. Судя по тому, что я ничего не вижу, на орбите Тель-Авива я не встречу никого. Это радует? Это очень-очень радует. Ну, короче, что, вперед. Ого, вот это скорость. Он уже у Зарджана. Я не рассчитывал. Что там у нас, старбаза, интересно, или батлшип? Батлшип? Да. Ладно уж. Блин, за один ход туда долетел. Как все-таки быстро. Я не успел ничего сделать. Ровным счетом.
Хорошо, что там всего 4 населения. Это для скорости. Кажется, я в этот ход прилетал к стене плача. Хе-хе-хе. Ну давай, захватываем мне планетку. А, он решил ее разбомбить. Окей. Еще лучше. Ну что у нас тут? Один крузер, один бэтлшип. А тут старбаза и файтер гарнизон, нету даже миссил базы. Прекрасно. Тель-Авив сгорит. Ну-ка, что у нас за бэтлшип? Как у нас броня? Тританиум. Класс. Щита третья. А вот и бластеры, кстати, готовы. Ух, нихуя себе, вот этот кораблик. 12 бластеров. Ладно, я думаю, мы все равно быстро с ним разберемся. Ладно, пусть будет автобой. По крайней мере, не очень понимаю, что здесь происходит. Но, видимо, расстояние большое, вот и тупят все. Зачем вообще включать автобой, если битвы ручные? Вот вопрос вопросов. Тогда можно с тем же успехом делать рассчитываемый... Так, ну ладно, со следующего хода я надеюсь, что смогу отключить автобой и уже атаковать самому. Кажется, у меня получилось. Отлично. Сейчас посмотрим. Я надеюсь захватить какой-нибудь из этих кораблей. На мне нейтрон бластера. А значит, если я смогу сделать им мобайл, значит, я уже практически его захватил. Если он, конечно, не успеет его селф-дестрактануть. Даже не знаю, на кого такая. Ладно, начнем с крейсера. Он ближе. О! Вот это был неплохой реакшн фаер, если вы понимаете, о чем я. Вот эти интерсепторы мне не нравятся. Но тут уж ничего не поделаешь. Да, с такого расстояния это мало серьезно. И вообще, все эти толпы дестройеров сейчас как-то не очень полезны. Да что же за черт, а? Когда я, наконец, начну ему теребить корпус? Сколько, кстати, у него, интересно, армора брони? 180. Это немного. Большое расстояние, вот в чем вся проблема. Ладно, сейчас бэтлшипы сделают свой ход. Вот, наконец-то дошла очередь. Вот уже началось. Упс, а что так... Далековато, сэр. Ой, не туда я выстрелил. Надо, скажем, по планетке. Кстати, интересно, на планете еще не появилось что-нибудь? Нет, к счастью, не появилось. Ничего серьезного, типа там щита радиационного. Так, этот пока что все с ним хорошо. И мобайл еще не и мобайл. Окей. Все еще не и мобайл. У него уже нету на борту практически никого. Забыл. О! Все, на следующем ходу я буду его захватывать. Твою мать. Он таки решил подорваться. Не дурак. Ладно, может быть, с бэтлшипом мне повезет чуть больше. Ох, нихера себе. Вот это уже серьезно, мне дестройеры начали разносить. Ну, поворачивай. И айда стрелять по интерсепторам. Так, ну, я не понял. Почему я не могу по ним выстрелить? Ага. Так. Вперед, вперед, вперед. Ну, в общем, я думаю, оставшиеся интерсепторы уже не очень кому-то интересны. Черт, промахнулся. Я хотел поближе подлететь. Ладно, переживем. Ну давай. Крипли дни его.
Заимобайли. И захвати. Ох, как это будет прекрасно. Ну, наверное, на следующем уже ходу. Да уж явно не на этом. Оп. Ну, этот point defense был несерьезный. А, черт, точно, я и совсем забыл, что он может полететь вперед. Какой-то я тупой нынче. Ну, дестройеры мне наконец-то раздалбывают. Они мне давно надоели. Там щит сейчас будет. Так, ну один батлшип я пошлю вперед к планетке и прочему. Все остальные будут догонять его. О! Ну-ка. А, у меня появился... Что у нас там есть? Ладно, потом посмотрим. Все, теперь можно точно автобой включить. Ну, тут, я думаю, он уже сдастся. Вы уж извините, но, скорее всего, больше мы ничего тут не увидим. Хм, интересно. Компьютер догадается взять на абордаж эту штучку? Не догадался. Ну, автобой, отключайся. А, догадался. Ну, отлично, продолжаем автобой. Что же мы будем делать с Тель-Авивом? По-моему, ответ очевиден. Пойду посмотрю в Ирку, не сдается ли он еще. Ну, сейчас ход закончится. О, гравитон бимы. Ну, я даже не знаю, что тут такое построить, поисследовать. И будет гарнизон. Ну, мне пока вот построить особо не надо. Ага, Заржан сейчас тоже ждет трудная ночь. Как тут наше население? Мы вышли на один уровень. Так. Перерыв на Ирку. Нет, видимо, для разнообразия наш товарищ решил доиграть до конца. Черт, а корабли-то сами не восстанавливаются. Это обидно и неприятно. Так, ладно, Зарджан. Куда бы их послать? Где у нас еще есть место? А где Зарджан-то вообще? Ага. Зарджан полетит на... Ну, вот на еле, я смотрю, куча места. В свою очередь, мы что-нибудь тут продадим. Суперкомпьютер. Упс, а он вышел. Либо это... Короче, видимо, он сдался. Таки да, космические евреи не смогли пережить уничтожение Тель-Авива. Вообще-то говоря, сейвы я никогда не смотрю. Но раз такое дело, режь последний огурец, для вас сейчас мы изучим его состояние на данный ход. Итак, загружаем сейв. Ну, загружаем сейв. Стоп, я могу зайти только за себя. А, потому что он уже сделал ход. Попробуем сейчас загрузиться немножко другим сейвом. Ладно, проехали. Сейф изучить, видимо, не удастся, потому что я не хост. У меня есть только свои сейвы. Или что-то в этом роде. Если честно, я никогда особо не занимался всем этим мерзким читерством с просмотром сейвов. Поэтому и опыта у меня в нем мало. Ну, в общем, все. Это была победа. Она была довольно очевидна. Но так как я не смог сразу поймать его флот, в какой-то момент казалось, что все еще не настолько очевидно. А еще я пропустил первый момент атаки, когда у меня еще была возможность завалить его мясом с самого начала. Ну ладно, к счастью, у меня было достаточно мяса, чтобы им завалить. Все, первая игра закончена.